Ну что, друзья, сразу всех приветствую, да. Мы, собственно, продолжаем проходить Far Cry 3. Прошли чуть-чуть его, и вы показали свою активность бешеную просто. Что это? Вам зашла игра, поэтому продолжаем. Приятного просмотра. Приятного просмотра. Всем вам. Приятного аппетита, кушать, приятного чаепитики в Питере, питья воды. Саш Пода. Давайте приятно писать. Просмотр еще раз. А мы начинаем. О, привет! Собственно, остановились мы где? Вот. Блять. Пиздец. Остановились мы с вами где? Здесь, да? Собственно, здесь мы с вами остановились, да? Чё у нас с вами по... О, блядь. Что? Здесь мы остановились, нам нужно ебашить с вами куда? Вот сюда. Let's go. Let's go. Как раз вышку откроем, радиовышку. Давайте захватим, может, аванпост. Да, попробуем с того тут заходить на аванпост. Как раз таки. Кстати, вот эти задания никогда не проходил. Не знаю, в чем их смысл. Так, подожди. Чё, как мне... О, создание предметов, точно. Что, охота? Я понял. Чехол для оружия. Шкура козла нам нужна. Шкура свиньи. Короче, две шкуры свиньи и шкура козла нам нужна с вами. Тут понятное дело все. Короче, давайте иначе что сделаем. Побольше в этой части. Побольше в этой части, конечно, создадим какие-нибудь. Мне нужно что? Мне нужно 100% бумажник, чтобы больше денег можно носить с собой. И чехол для оружия 100%. Шкура козла, да, и медицинскую сумку тоже можно было. Конечно, две шкуры свиньи нам нужны, да? И одна шкура козла. Давай посмотрим, где у нас находится, в принципе-то. Козли вот эти, блядь, свинья. Соблюдаем, блядь. Да. Здесь козел находится. Ну, как раз нам это нужно. Ой, свинки здесь рядом. Поехали. Так, что здесь залутаем для начала? На ходу прям видал. Не, ну ты видел. О. Блять. Самое интересное, здесь самое прикольное, видите, оно все вот так вот вниз идет, то есть какая-то физика даже присутствует здесь. Видите, оно все, ну, вроде не до конца идет, видите, только здесь. Хотя могло вот сюда пойти, прям вот так вот. Ну, прикольно, что оно распространяется не только в одном месте, да, горит, а распространяется. Это прикольно, фича Far Cry 3, вот, типа, именно. Блять, как-то забраться-то, подожди. Не понимаю, блядь. Где-то здесь козлы, бля, есть. Ну, где здесь козлы? Мы же там, блядь. Ну да, здесь козлы должны быть. О, блядь. Баня, свет, ты видишь, отходит? Минус. Что? Я хуею, бом-бом-бом. Ну, мы хотя бы здесь же оказались. Да, тут же оказались.
Ну, примерно так. А еще козлы нам нужны. Нам нужны козлы 100%. Где-то там, да, были? Блять. Ты иди в пизду. Ой, блядь, слышь. Это уже хуйня какая-то. Мне нужны козлики, блядь. Где козлики, нахуй? Просто, блядь, это фейл момент, знаете, блядь. Опа, свинья. Да, ко мне нам две жены, да? Да, тихо. Аккуратненько. Где? Не, прикольно, вот, блин, ностальгия, конечно, жесткая по этой игре. Так, свинюшек мы добыли с тобой. Так, ну нам нужны козлики, блядь. Нам с тобой нужны козлы в любом случае. Но, как минимум, уже мы можем создать какой-то предмет. Прочно бумажим, блядь. Хотя бы так. Сколько у нас? Где можем 2000 выносить? О, блядь. Тихо. Че, успокоиться сейчас? Комп побежал, блядь, долбоебик. Тварь. Еще убежит же, да? Погнали к ним. Еще беленького с собой заберем. Да, накоцанный так уже. Бай тут, смотри, сколько их тут. Мне нужен козел, блядь, отъебитесь от меня. Мне нужен козел, блядь, всего лишь-то нахуй. И нахуй, блядь, где он? Да где? Блядь, да ёб... Где? Блять, мне нужен козел всего лишь. О, нет. Куда это падло делать? Ты что, хочешь в прятки поиграть? Да. Блин, неужели потерял? Во, бля! На, брат, держи. Ой, блядь. О, да! Я тебя вижу! Блядь! Прошу прощения. Блядь, понял, они сразу сносят хпшку. Сразу же, одной пули сносит хпшку. Все, ебаный сэр, это будет сложно. Да, будет сложно, конечно, вон посты захватывать. Ну и где они, блядь? Ёбаные козлы, блядь. Здесь их нету.
Да урод, где мне теперь козлов искать? Собаки, блядь. Опа. Ох, пусть собаки сами разбираются. Бля, еблан, оставьте мне козла одного. Пусть идут. Я пойду заберу его шкуру. Судите пизду, блядь. Даже не нужно было, понимаете, стрелять, ничего. Вообще ничего не нужно было делать. Вот так вот бы сразу, блядь. Так, давай создание предметов с тобой сделаем. Конец-то. Так, теперь что мы с тобой сделаем? Давай сохранимся сразу же. И перенесись, знаешь, что с тобой куда? Блять, нам куда ехать вообще? Сюда, да? Ну, давай с тобой сюда переместимся сейчас быстренько, да. Возьмем кое-что и все. И будем выдвигаться. Вот попизже выглядит, да, как будто бы. Так. Да. Вот снайпу. Опа. Я вот с этой гонял сюда. Что у нас еще есть с тобой? Пулеметов нету, дробовики нету. Пулемета нету. Ой, блядь. Дробовик я почти им не пользовался, самое интересное. Пиздатая тема. У нас есть. Ну, блядь, коллаж будет попизже, короче. Самое интересное. Будь сложненько, ребят. Эксклюзивное оружие. Блять. Это хуйня. Вот она. Вот с этим я играл прям постоянно, ебать. Это такая тема охуенная. Это однозарядное оружие, да, блядь. Бессмысленное оружие однозарядное, блядь. Интересно. А, то есть, знаешь, что можно делать? Продавать. Это продать. Три семьдесят один, да, у нас.
Сюда, блядь, что там я хотел? На всякий случай. Сохраняемся с тобой. Let's go. Приключения. Ебать, смотри, блин, жилет у нас на максимум просто. Let's go. Ох. Так, нам с тобой, знаешь, куда нужно? Нам с тобой нужно вот сюда. Ох. Ну, кстати, снайпер тоже гонял в первое время. Благо она, видишь, какая. Ну, патрон, конечно, мало, прям пиздец. Ну, это так, чтобы на всякий случай. Так, чё? Let's go. На точилке нашей с тобой. Это я не помню, что звездочка значит, кстати говоря. Не помню, что это значит. Блять. Вспомнить. А, это испытание для ракет. Обойди, сколько всего нахуй. Давай пособираем с тобой тоже. Все. Ох. Нам вон туда стало, понял? Не, ну тут мы не спустимся с тобой, это в любом случае. Хотя... Дай-ка на машину сюда. Сейчас спустимся с тобой, сейчас спустимся. Да бля, ёбаный стоп. Да иди в пизду, блядь. Пошли пешком в пизду, блядь, машину, ты его ещё, блядь, рот ебал. Опа, это что? А, это мы обратно вернулись. Понял. Что это за знаки? Стики нолики, блять. Понятно, тут кого-то разъебал в сухую. Не дал, чё, мне? Так, и здесь это спаун, я понял. Опа. Козленок. Ладно. Так, здесь аванпост. Здесь сюда он у нас. Че, попробуем? Я считаю, что нужно попробовать.
Че, хочешь покажу? Хочешь покажу кое-что? Поехали. А вон позахватим с тобой, и все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, это знаю, знаю, хорошо. Я боюсь слута, блять, я добавляюсь на. Все будет хорошо, все будет хорошо, ты это знаешь, знаешь. Хочешь нам вот туда забраться, конечно, мы оттуда бы всех ебашить. Ну ладно, ну ладно. Одного это снайпер, да? Кстати, видите, с ножом бегает тут, блядь, может быть, с молотом, да, он. Кто... А, черт! Жжет словно огнем. Надо было взять резинку. Так эта хуйня здесь находится. Да, сраные повстанцы, подавитесь этой дырой. Угу. Все, блядь. Жжет словно огнем. Надо было взять резинку. Теперь все. Ты мне валишь, что ли? Вообще изи. Изи-пизи. Так, давай соберем быстренько. У них все эта тема. Кто попробует взять наш аванпост? Это очень хорошо. У нас теперь есть аванпост здесь. Ну, как минимум, это точка, точка респауна быстрая, блять, нахуй мне такое не понял. Точка респауна очень быстрая, это во-первых. А во-вторых, ну, просто здесь, как минимум, сейф есть наш. Вот так вот, ребятки, вот так вот нужно играть. Аванпост наш. Кто? Хочешь еще помочь? Я. Посмотри на доску объявлений. Кто крут? Я. Залу под хуя. Что? Пошли, продадим.
А, что тут? Так, что, теперь можно ехать спокойненько. А сначала сохранимся, конечно. Угу. И можно ехать нам на задание. Куда? Спросишь, я тебе скажу, куда. Видишь, тут даже как чистенько сразу стало. Вот сюда. Ну, то есть там вот сюда вообще. Но давай сначала на радиовышку, потом аванпост. Потом на аванпост и потом уже как раз на здание, чтобы нам было все хорошо. Это все. Вроде бы, как я знаю, тут не должны разъезжать нигде. Конечно, как я знаю. Им вроде бы похуй, они будут разъезжать здесь, в любом случае, даже там, где наша территория, они будут разъезжать. Не, смотри, никого нету. Я вообще делал вот так вот, ребят. Фокус-то был, я делал вот так. Очень интересно все делал. Я все делал вот так вот. Let's go, нам вон туда вот прям бежать. Тут осталось твое сегодня ничего. Ну и машина появилась. О, вон челики стоят. Смотри, как можно сделать. Смотришь? Мужики! Салам алейку! И все, вот так решаются все вопросы, ребята, в принципе-то, я считаю. Как вон ляп. Сирика есть в описании, там ссылочка. И в правом или верхнем углах тоже есть подсказочка на эту игру. Очень прикольная игрушка, мне понравилась. Блять, да. Соберись ты, блять. Причем, когда проходишь на среднем, ну, сложность или на легкой там тоже, там, ну, на среднем вроде когда проходишь, там, когда ты падаешь, типа, ну, с такой высоты примерно, то есть там у тебя остается какая-то хпшка, ты можешь восстановиться. А здесь хуй. Ну, а нам быстрее забраться, нам с тобой, и, в принципе, это все. А, аванпост еще. И тогда уже на задание пойдем спокойненько с тобой.
можете написать в комментариях, интересно ли вам такое, смотрите, как аванпосты мы, с вами захватываем, радиовышки открываем, есть или нет. Если нет, то я буду это за кадром делать. Если да, то почему нет? Вот, открыли мы радиовышечку с вами. И все хорошо. Так, погнали, аванпост захватим быстренько с тобой. И, в принципе-то, все. Вот нам. Бля, как сейчас помню все это дело. Как сейчас помню. Видимо, все очень плохое. Давай, мужик, ну остановись ты, блядь. Я просто не хочу привлекать внимание. А может, остановишь? Где звуковая у них? Сраные повстанцы! Подавитесь этой дырой! Их больше оказалось, самое интересное. Это еще собака. Ну и жара. Лучше пристрелите меня. Блять! Боже мой! Смотрите, сейчас завалю! Ты что? Хочешь в прятки поиграть? Ага! Ебать, что? Ты... Просто одна дробь и все нахуй. У меня пол хпшки. Вот так. Вниз, блядь. Не, на какой сложности их нужно прям вот... Нужно прям вот аккуратненько. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Интересно, не правда ли? Для меня бы их, конечно, обойти вот так, как мы идем там с горы. Добро в гору забраться там сейчас. Бля, это пиздец. Не, короче, мы последуем, тут прям пиздец, надо прям аккуратнее по стелсу просто их захватывать, потому что, ну, это пизда полная. О, тихо, бля, тихо, пацаны.
Аккуратненько, блядь. Мне проблемы не нужны лишние, на. С мыслами, блядь. Так, вроде бы я здесь всех отметил, да? Ну ладно, не будем, не будем. Так, спрячемся сюда. Здравствуйте, вы спасите животное, оставайтесь, если не обнаружим, сигнация не сработает. Она и так не сработает. Она и так не сработает, я тебе скажу больше. Мне не нужно, чтобы она работала. А где? А, внизу? А не, во. Там эти челики гуляют. Что случилось с сигнализацией? Не знаю, не знаю. Ищите! Спокойно, ты просто ищешь. Тут ничего. А еще потемнело, да, как раз? Охуенно. Пизда вам, блять. На нахуй. Прострелом, блять. Граната! О! Ешь гранатку! Ты, бля, ешь гранатку, нахуй. Иди в пизду нахуй. Собаки самый такой мне нелюбимый нахуй в этой игре моей, потому что это пизда просто. Ну хоть так. Я говорю, вот эти клетки очень полезны тем, что, блять, ох, ебать. Что-то, бля, вот это прям, вот я говорю, вот это прям масштабненько, это прям, ну. Физика игры прям меня радует очень сильно. Салам алейкум, пацаны. Здорово, пацаны. Так, что здесь? Опа. Чериком просто видели, видели, как его прострелил мне, ну, бля. Ну как я его прострелом просто прострелил, он такой. Сразу видно реализм на уровне. Так. Ну давай. Сейчас, подождите, подождите. Работа не закончена. Я быстренько. Если выполнишь задание с доски объявлений, это очень нам поможет. Правда? Это все я! Это все я! Молодец. Давай что, закупимся еще? Чешу. Раз, вот так. Раз, и все. Ну все. Тысячу только всего лишь. Так, создание предметов. Что у нас есть?
Ну ладно, собственно, да, сохранимся и погнали по заданию с тобой. Погнали по заданию, потому что это прям вот нужная тема нам. Все, погнали теперь по заданию, смотри, как чистенько сразу. Опа, видал, смотри, как чисто сразу стало. Охуенно, да? Прям охуенненько. Стрельба из винтовки. Можете написать, кстати, интересно, вот эти дополнительные задания, которые на досках объявления есть, типа, вот здесь вот, вспомнить о прошлом, блядь, что. Вот здесь вот. То есть, если вам интересно, то... А мы пока поедем, блядь, по заданию. Блядь, ну вот эта игра просто в свое время столько собрала шума, просто покинуть, можно и рулить, это все в 3D от первого лица, блядь. Блядь, это просто огромный мир. Ну как огромный, блядь. Сейчас, конечно, уже прям не прям огромный, конечно же. Ну все, ну большая карта довольно-таки. Типа, для своего времени эта карта прям, ну реально большая довольно-таки. Для такой игры-то, блядь, по выживанию ты можешь, блядь, ну реально захватывать всякие, типа, темы здесь. Просто браво. Блан. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Я бы очень прикольно взял, видите, типа все анимировано, то есть даже тут, видите, козырек он, ну как козырек, не козырек, конечно, ну типа козырек, видите, даже он шевелится, есть какая-то физика даже, блин, ну молотов кидаешь, типа в траву, и трава просто не просто в одном месте прогорела и все, а она разгорается, типа по мере возможности, да, то есть машину ты если фигачишь, что ты получаешь урон, чем довольно нормально, чем выше сложность, тем больше урон, сам машина сама тоже урон принимает, прям, ну браво. Мне прям вот нравится смотреть, сейчас я не знаю почему, просто не среди, во-первых, во-вторых, прям, ну, не знаю, кайф не играет. Я думаю, согласен, поэтому ставьте лайк сейчас и подпишись на канал, пока мы едем. Это вам не сложно, 5 секунд займет, а даже секунду, а мне приятно. Спасибо заранее, кто это сделал, спасибо заранее, кто это сделал. Так, шо, опа, видел, даже бочку сбили, и все хорошо сразу стало. Погнали туда, к мужику. Что он хочет? Так, может, я его заберу здесь? Сколько лута здесь хорошего? Реально много тут есть транспорт и передвижение, видите, вот там, ну, типа вот на той хуйне можно покататься, вон на той, полетать просто реально можно, конечно, недолго, и все, тут можно, типа, ну, как я знаю, ближе к концу игры уже можно будет такой костюм специально взять, чтобы можно было летать. Вообще классная тема, очень классная тема, то есть игра прям вот браво, кайфная, нравится, кайфная. Мне лично нравится красный. Нет, не нравится. Пурпурные поднимают настроение. Хотя тут все отличные. Обсуждаем. О, только не желтые, их не бери, они могут убить. Смесь не совсем проработана. Кстати, я доктор Эрнхард. Ну, с утра вроде был. Да, я Джейсон. Друг. Один из друзей? Попозже зайди. Я еще не варил. Что? А, так... Так ты про девушку, Дейзи. О, это Дейзи. Я-то думал, ты просто шифруешься. Где она? В моем же доме, сэр. Здесь. Прикольно сделан переходы тоже. Видите, было мыльно, сейчас все нормально. То есть... Блин, реально классная игра. Для своего времени и сейчас даже по сей день остается классной игрой. Прям вот реально, мне прям нравится. Давай, let's go, погнали. Чё он там? О, у неё жар. Да, конечно. Когда я её нашёл, у неё был порез на руке. Это само по себе ещё не страшно. Но она... Прошла через заросли Антиарис токсикария. Деревья упас. У них ядовитый сок.
Я ввожу ей противоядие каждый час. Каждый час. Боюсь, скоро понадобится очередная доза. Я только что смотрел в коробке. Там пусто. Где можно найти еще? О, сейчас будет прикольно. Там пару пещерных грибов принеси, и все будет хорошо. Поищи на утесах. На западе. Спасибо, доктор. Мы не хотели мешать. Да ничего. Главное для нас обоих, чтобы девочка выжила. Больше там светится, ты видел? Я видел. Дай! Что-то светилось. Грибы осуждаем, ёпта, блядь. Где? Где? Где, сука? Где, блядь? Вот он. Рабасик стоит. Че, дурак, что ли? Во что ты? А! А! Да что такое, что было? Тобо что вообще, блядь? Так, ну, let's go. В принципе, недалеко идти, тут прям вот она, прям под нами там пещерка есть. Замечательная, скажем так. Бля, могу. Кабанчик, да? Нормально, спасибо. Это не западные утесы. Опа, акула. Видел? Тоже класс. Видел. Класс. Он не сказал, что пещера под водой. Сейчас будет очень классно, ребят. Надеюсь, доктор спятил не до конца. Я тоже на это надеюсь, слушай. Прыжок веры. Прикольно. Блин, ну, не знаю, мне нравится игра по сей день, да. Сколько бы я ее не проходил, она прям вот вообще кайфна, ребят. О, блядь. Да, ну. Она прям кайфная. Я думаю, вы с этим согласны. Есть что-то свое, знаете. Бля! Ну как так-то вообще? Ну, так мог только я, блядь. Так мог только я. Вообще, по идее, тут можно как-то, нет? Осуждаем, блядь. Надо же. Мне лично нравятся красные. Ты проснулся. Впрочем, не полностью. Джунгли говорят через воина. Путь ведет в сердце джунглей. Звонили со студии, мне дали роль. А что с остатком отпуска? Я думала, мы сможем поговорить серьезно. Лиза, мы в Бангкоке вместе, и ты изумительно красива. Мне что, разделить вас как друзей? Что происходит, блядь? Я же обещал отцу, что пригляжу за вами. Райли, твой младший брат, будь взрослей.
Эй, Джей, ты придешь отменить мою лицензию пилота, да? Прости, я занят. Я понимаю, здесь показано нам прошлое, да, что-то рассказывает. Здесь показано что-то из прошлого, да? Что-то показывает из своего прошлого. Привет! Что это, блядь, было? Чего ты боишься? Ты же отлично стреляешь. Гран? Грибы. Вот они. Ого. И долго там был? Ну, очень. Три очка навык у меня. Сейчас прокачаем. Блин, прикольно, все равно прикольно. Что-то акаешь, блядь. Что акает, блядь, все время, ёбаный сыр. Да. О, Джейсон, какой приятный сюрприз. А я тут уже кое-что приготовил, пока тебя не было. И девочка, кстати, проснулась. Только ее жутко лихорадит. Да где же они? А, да. Я же их съел. Обсуждаем, обсуждаем. Прекрасно. Давай их сюда. Мне нужно несколько минут, чтобы сделать лекарство. Последи пока за ней. Точно, блядь, лекарство, ёбаный. Фонарик мне. Что ты акаешь, ты ёбаный? Пиздец, акать. Что-то, блядь, просто с нихуя, блядь. Что-то, блядь, об угол ударился, не знаю, не в угол. Да, ударился такой. Ну как ты? Рада, что ты цел, вот как. Это доктор Торчок. А он не опасен. Даже милый в чем-то. Он принес меня сюда. Я убежала от конвоя, а потом вырубилась. Доктор спас меня. Ты молодец. Да. Это было сложно. Джейсон, что такое? Грант, он... Стой! Дейзи. Нет! Мне очень жаль. Так значит, все? Я... Что это? Ты справишься? Мне надо спросить доктора про остальных. Да. Точно? Так зашел, блядь. Очень странно, очень странно. Джейсон. Тот, кто это сделал. Тот, кто убил Гранта. Не должен жить. Поговорим? Конечно же. Спасибо, что спасли ее. Да, вас точно не слышно. Не стоит. Я ищу своих друзей и младшего брата. Когда найду, они поживут тут? Ни в коем случае. Я не буду держать здесь пленников Васа.
Его люди постоянно покупают мой товар. Значит, здесь безопаснее всего. Они не станут тут искать. Пожалуйста, доктор. Дайте ему привести их. Иначе они умрут. Агнеса. Как я могу тебе отказать? Конечно, пусть ведет. О, теперь мне нужна двойная доза. Осуждаем, блядь. Успокоить нервы. О. Я в порядке. Поживи тут. Я поищу остальных. О, блядь, дальше только интереснее будет, блядь. То, блядь. Нашел подругу? Да. Она в порядке. Спасибо, Деннис. Это все благодаря тебе. Не мне. Твоя победа. А где другие? Где мне их искать? Какие-нибудь зацепки? Знаешь, Джейсон, пираты держат связь с Медузой через спутниковую тарелку. Зайди в радиорубку и прослушай передачу. Какой Медузой? Корабль, что сел на мель неподалеку. С пиратами в команде. Путь воина, Джейсон. Упражняй тело, а ум догонит. Татау приведет тебя туда. Спасибо, блядь. Долбая, ой. Спасибо за информацию. Собственно, давай прокачаем свои навыки сейчас. Сколько у нас? 4 их, ебаный сет, 4. Так, что у нас тут? Стрельба навскидку. Вы будете точнее стрелять навскидку из пистолета, пистолет, пулемет и дробовиков. Фармацев, изготовленный на снайдове, будет действовать на 25% дольше. Твердая рука, чем, чтобы перекрестить прицел, стал неподвижен в 2 раза дольше. При стрельбе из оружия с оптическим прицелом. Оу. Это очень полезная тема. Посмотрим, что тут еще есть. Лучше на первую помощь. Если у вас нет целебной снадобьи, зажмите и краткое. Или Q по-английски, чтобы оказать себе первую помощь. Восстановить 2 ячейки здоровья. Адреналин, частично поврежденные ячейки, здоровье регенерирует на 50% быстрее. Бронированный. Получает на 50% меньше повреждения от взрывчатки. Ага. Ну, нам, наверное, вот это нужно 100%. Давай чисто по приколу вот это сделаем. Ну, давай вот эти два. Не, они нужны прям. Ждите врагом или ждите подсказ. Прыгните на него с помощью пробел, чтобы мгновенно бить его. 5x. XP за убийство. Угу. Вот так вот сделаем с тобой. Ля, сари, уф. Давай сохранимся, и в принципе на этом серия, думаю, будет заканчиваться. Да. Спасибо за просмотр, такая серия получилась-то. Чуть-чуть разнообразно, не совсем по сюжету мы пошли. Хотя могли сейчас уже по сюжету уйти чуть дальше. Если бы я не открыл аванпосты, открыл бы только, блядь, вышку. И даже если вышку не открыл, мы бы уже ушли, ну, может быть, на 2 миссии вперед. На 2 задания вперед, наверное, мы ушли. Но я решил поразнообразить, почему бы нет. Смотри, как чистенько, смотри, как чисто. Смотри, как чистенько сразу стало. Оп, и все. А вот чисто теперь, видишь. Вот, спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Вам тоже мне приятно. Это ваша поддержка мне. Спасибо, кто заранее это делал. Спасибо еще за просмотр. Телеграм-канал на экранах, там инсайды. Ну, есть такие прям нормальные, да. И просто уведомления видео. Без рекламы, без всего. Вот. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях, либо играх. Давайте. Или в других сериях по другим играм. Давайте, ребята.